В спортзале экономической академии на общем собрании перед стартующим сезоном руководство баскетбольного клуба «Самара» ставит самые амбициозные задачи. Цель главной команды, состав которой на 95% состоит из коренных самарцев, попасть в плей-офф Суперлиги и бороться за медали. Прогресс в игре потребовал увеличения затрат. Бюджет клуба вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном, рассказал его президент Камо Погосян. У нас игроки вышли из этого уровня, они стали более сильными, на них уже стали проявлять интерес другие команды, поэтому нужно было повышать их контрактные суммы. Вот, поэтому и детская команда у нас будет в лиге, ею был играть. Ну, то есть затраты у нас выросли. Новый розыгрыш чемпионата Суперлиги стартует уже в октябре. К карьерному вызову готовы как и игроки, ряды которых пополнили несколько новичков, в том числе с опытом игры за молодежной сборной России и в лиге ВТБ, так и тренерский состав. За лето смог подтянуть некоторые умения, например, в защите. К началу сезона я подхожу с большой ответственностью, так понимаю, что... И хочу попасть в состав мужской команды. Мы укомплектованы молодыми, растущими, перспективными игроками. У нас самое старшее – это 25 лет. Все остальные гораздо моложе. Поэтому и есть возможность и роста спортивного мастерства. Ближайшими встречами, за которыми смогут наблюдать любители баскетбола 63-го региона, будут поединки, назначенные на 2 и 3 сентября. В эти дни БК «Самара» станет хозяином юбилейного 10-го турнира памяти Генриха Перматова, приглашение на который получили сильнейшие клубы Поволжья, участники единой лиги ВТБ «Уникс» и «Красные крылья».